Глава округа Владимир Волков проинспектировал строительство стадиона «Торпедо». Основные инженерные коммуникации подведены. Футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом готово к эксплуатации. По периметру стадиона 4 мачты освещения. Монтаж трибун завершен, на финальной стадии кровельные работы. Строители приступают к внутренней отделке подтрибунных помещений, где разместятся раздевалки, тренерские и спортивные секции. В декабре, когда здание будет полностью остеклено, включат отопление. Есть ряд замечаний, есть небольшое отставание, и также есть полное понимание, как сократить эти сроки. Наши сотрудники находятся на объекте каждый день, и задача как можно быстрее закончить работы, пока позволяют погодные условия. Первый этап будет закончен в этом году, это само футбольное поле и трибуны. Второй этап, физкультурно-оздоровительный комплекс, будет уже сдан в следующем году. Первые спортсмены уже увидят и начнут тренироваться на этом стадионе уже в следующем году.